теперь мы сможем более подробно обсудить все аспекты наших двусторонних отношений. Развиваются и весьма поступательно торгово-экономические связи, несмотря на некоторые сокращения товарооборота в прошлом году. В начале нынешнего года поступательная тенденция возобновилась, и мы едины в том, что восстановлению позитивной динамики будет способствовать возобновление в августе нынешнего года полноценного авиасообщения между российскими городами и красноморскими курортами Египта. Затронули тему вывода всех нелибийских вооруженных групп и воинских подразделений из страны. У нас позиция ясная, эта мера должна осуществляться поэтапно и синхронизированно по времени, чтобы избежать риска нарушения существующего баланса сил, благодаря которому в Ливии уже более года поддерживается перемирие. Подтвердили важную роль миссии ООН по поддержке в Ливии и в продвижении процесса ливийского урегулирования и в обеспечении роли международного сообщества на земле. Конечно, мы говорили и достаточно подробно о вопросах политического регулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности. Мы подчеркнули необходимость сохранения единства, территориальной целостности, суверенитета Сирийской Арабской Республики, недопустимости потакания сепаратистским тенденциям. Отметили, что особое значение на нынешнем этапе имеет оказание сирийцам эффективной помощи в преодолении последствий многолетнего вооруженного конфликта. Террористические группировки продолжают из пределов Идлибской зоны деэскалации атаковать позиции сирийской армии. Более того, пытаются действовать и против российского контингента. Поэтому, конечно же, Россия однозначно подтверждает необходимость реализации в полном объеме договоренностей между президентами Путиным и Эрдоганом о том, чтобы изолировать террористов, прежде всего террористов Хият Тахрир аш-Шам, в какие бы новые одежды они ни пытались нарядиться, и с конечной целью подавить эти террористические группировки. الثنائي وهي مجالات في الحقيقة كبيرة ولها تعود بمصالح مشتركة على الطرفين وتعد مثل للتعاون المثمر سواء كان في محطة الضبع النووية أو في المنطقة الصناعية أو في تعزيز حركة السياحة إلى المقاصد السياحية المصرية وناولنا الحفاظ على استقرار ووحدة الأراضي الليبية والتفعيل الكامل للخريطة الطريق التي أقرت من خلال اجتماعات منتدى الحوار الوطني الليبي وأهمية عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 من ديسمبر القادم الحفاظ على وقف إطلاق النار وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية وسوف نستمر في توفير كل الرعاية والدعم لتحقيق هذه الأهداف